В Крыму уже установлено более 7500 базовых станций 5 операторов связи. На сайте Роскомнадзора опубликовали сведения о положительной динамике развития сетей и услуг операторов мобильной связи в Крыму. По состоянию на 1 марта в Республике Крым было зафиксировано 7531 базовых станций, рост с начала года составил 9%. Лучшую динамику демонстрирует оператор связи АО «Крымтелеком». Количество базовых станций оператора с начала года увеличилось на 204, плюс 46,7%, и составило 641 РЭС. Крошечный рост числа РЭС зафиксирован у ООО «ОПТК Телеком», плюс 1%, до 3606. С 2016 года впервые увеличилось количество базовых станций у оператора ООО «Элемта Инвест», плюс 21,3%, до 97 РЭС. У АО «Севастополь Телеком» насчитывается все те же 248 РЭС, у «Телеком» стало на 55 станций меньше, минус 1,8%, до 2939 базовых станций. Количество РЭС стандарта LTE в Крыму увеличилось на 4% и составило 321 станцию по состоянию на 1 марта 2019 года.